Вот это уникальная вещь, это мой папа купил как-то... Слушай, это конек, что ли? Ты сейчас только, да, узнала про это. Он нашел в сарае, в усадьбе, которую купил, вот такую вот штучку, на которой катались лет 200, наверное, назад Литве, на одном маленьком озере. Да, у меня это пристегивалось к обуви, получается? Да, это все вот пристегивалось на ремешочках, это настоящий конечек.